Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из леса вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то, отец мой, да я. Так вот оно что, а как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усцы и быстрей зашагал.